Открыто. Там открыто? Тебе помочь? Это сюда игрался. Давай я подержу фонарь, а ты будешь что делать? Может, вот это вот в коробочек? Слушай, ты, если тебе нечем заняться, бери телек и вытаскивай его, телек, хорошо? Да, вот, какая-то тема. Это не твой. Я себе его поставлю. Помните, да. Потом скажем, что все сгорело. Бежались. Ништяк, можно идти? Да, бока рвется, бока рвется. Сука, уже возле выхода. Знаешь, да у меня кадр, подожди ты. Убегай, убегай, бегу. Я говорю, бегу. Да так захотел и упал. Отдохнуть решил. А вот что, разыскивай. Фонарики, блядь, на воздушную шапку. Так, что еще забрать? А ты он на все забрал? Да. Да мучили, что за хуйня, блядь? То спали, то взорвут, блядь. Вообще вопросов нет. Ты видишь, молодцы, блядь, пацаны. Что, теперь у нас только сейчас из радио штурмовая, блядь, работает. Внутренняя отсекнула, потому что здесь ретранслятор был. Ну и проводной, разумеется, блядь. Проводная вся выгорела нахуй, да? Там же у нас как раз все провода, чтобы вы говорили, да? Дивизия, ГРВ. Дракон, ты? Ну, лаборатория. Птичник, блядь. А шуга идет на шугу и... Ну, ложись туда, хули, отдыхай. Пойдет, да?